Так. Їдем далі. Поїдем в наш гігант. Гігантський магазин. Дяденька, который оформлял нам номера на Форд. Так, какой-то стоп стоит. Ух, наворочили. Ой, наворочили. Сколько всего. А поворот включить. Там серьезная какая-то авария. Ну, милая, поехали. На я. Ух, какой народ, красота. А, вот здесь мы колеса ставили справа. Теннисвилл Инн, ресторан, легендарные бургеры там делают, скажем так, не очень. Вот пропустишь человека, а он потом не едет никуда. Вот пропускай потом.
вот справа, это где мы купили зимние колеса для Форда. Первое здание справа, это магазин для взрослых. Всякое такое. Ой, нет, домой мы по этой дороге не поедем. Тут совсем все запущено. Повернуть направо, но я поверну налево, чтобы было видно, что куда, как выглядит этот наш магазин. Тут заправка слева осталась. Прямо новые китайцы открылись. Вот. Ой, там и хайвей стоит весь. Как видите, вот эти вот грузовики, это хайвей. Там мертво, что-то случилось. А это вот гигант-магазин. Ох, как там все серьезно-то. Ядрено уж. Это с хайвея все сворачивают сюда, чтобы объехать хайвей. И попадают, извините, не туда. Ой, вон как там все здорово. Вот это все народ стоит, это все хайвей. Красота. Так, а мы сейчас запаркуемся и пойдем в магазин и переждем все это безобразие. Пускай они мучаются. Вот там вот сюда мы с...